Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый год, в том числе и в 2023 году, день летнего солнцестояния выпадает на 21 июня. Высокосный год, которым будет 2024 год, этот день смещается и приходится на 20 июня. Но почему же именно солнцестояние? Дело в том, что 21 июня у обычного наблюдателя, то есть у нас с вами, создается впечатление, что солнце будто застывает в зените и никуда не движется в течение всего дня. День летнего солнцестояния – это самый длинный день в году. Его продолжительность составляет примерно 17-18 часов. Но уже с 22 июня продолжительность ночи будет постепенно увеличиваться, а день пойдет на убыль. День летнего солнцестояния – это астрономическое событие, когда Солнце в полдень находится на максимальной высоте над горизонтом в северном полушарии. Соответственно, в южном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь выпадает на 21 декабря. Многие народы приписывают дню летнего солнцестояния особую мистическую энергетику. С давних времен проводилось множество ритуалов и обрядов, поскольку солнце было символом поклонения. До перехода на григорианский календарь славяне праздновали в этот день праздник Ивана Купала. Теперь он 7 июля. Во времена язычников праздник летнего солнцестояния был на пике своей популярности. Обряды, принятые в этот день, были так важны, что мало кто решался их игнорировать. Считалось, что они определяют, какой будет жизнь человека весь следующий год. В частности, от них зависели и счастье, и здоровье, и удача. А вот после появления христианства языческие традиции стали не в почете. Церковь пыталась запретить их всеми возможными способами, но заставить людей забыть о летнем солнцестоянии ей так и не удалось. До сих пор этот день отмечают во многих странах мира. А в Финляндии самый продолжительный день в году, там его называют Юханнус, даже является официальным государственным праздником. Не только в народе считают этот день особым. Астрологи подтверждают, что энергетика этого дня довольно мощная. 21 июня Солнце входит в знак зодиака Рак и произойдет соединение Луны с Юпитером. В совокупности с днем летнего солнцестояния, по их мнению, получается время принятия самых важных решений и перемен к лучшему. Благодарю за внимание. До следующих встреч!